Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В прошлом видео я готовила пирог с крыжовником. В этом же видео я буду варить варенье с этой чудо-ягодой, которая содержит в себе очень много витаминов. Поехали! 500 грамм ягод крыжовника отправляем в кастрюльку. Сделаем вот так. И наливаем сверху воды. Отправляем на огонь. Вода закипела. Самое время добавлять туда сахар. Добавляю вот такими движениями. И тщательно перемешаю ложечкой. После закипания варим варенье еще 10 минут на огне. Варенье варилось 10 минут, давайте проверим его на готовность. На тыльную сторону ложки немного набираем варенье. Ждем, пока варенье остынет, чтобы не обжечь свои руки. Подуем. И проводим черту. Черта не затягивается, это значит, что наше варенье готово, можно снимать с огня. Варенье готово. Теперь я буду переливать варенье в баночки. Я разлила горячее варенье по баночкам, и получилась вот такая красотища. Такое варенье очень полезное и вкусное. Готовьте такое варенье с удовольствием. Оно идеально подходит к чаю. Приятного аппетита мне и вам. Всем пока! Увидимся в следующих видео.